настрой, честно говоря, боевой после двух сборов хороших. Ребята заряжены, и все знают, куда идут и зачем идут. Все нормально. Конечно, уже хочется выиграть ее. Четвертый раз борюсь уже. На Ильинском турнире? Да, три раза в финале был, сейчас четвертая попытка. Что обсуждаете, Расул Абдурахман? Кто на каком месте сидит? Никому не повезло из нас. Не хочешь? Заложил в хвосте, да? Конечно. Не-не-не, мы где? В середине, да. Ну, короче говоря, успешно. Все четко. Вся бригада тебя ждет. Где ваши аплодисменты, друзья? Все вас ждали здесь. Актуальная форма Ахмадудинова, напишите там. Актуальная? А почему? Чего они тебя подковывают, Эльдар, скажи? Я не знаю, чего хочешь. Насчет физической формы или насчет твоей спортивной? Какой формы? Физическая. Насчет физической. Форму как оценишь? На сколько процентов готов? 50. Только 50%? Остальные 50 наберешь в самолете, да? Да, физически. Там места нету, с этой стороны идемте, пацаны. С этой стороны. Кто пить летит с этой стороны, кто в Москву с той стороны. Вот ярые болельщики дагестанской сборной, такие вообще борьбы. Да, наши болельщики очень следят за борьбой, знают больше, чем я, даже борцов. Болельщиков интересует, в какой форме Гаджимурад Рашидов? Вроде бы неплохой форме, иншаллах. А ковре увидим, в какой он форме. Надеюсь, все оправдаем, все надежды. Обычно вы вместе летите, что-то на этот раз его нет в самолете. Честно сказать, билетов не было на этот рейс, получилось вот так через Питер полететь. Первый раз в Питере тоже попаду. А, еще не был в Питере? Да, ни разу в Питере еще не был. Адель, ты так за проезд собираешь? Да, потихонечку, по талоновую систему вводим в самолете. Сколько сегодня проезд до Питера? Ну, я думаю, со скидкой. Главное, чтобы наши ребята стали чемпионами. Мы со скидкой цены оглашать не будем, эта информация конфиденциальна. Как полет проходит? Нормально, в хорошем режиме. Так что все хорошо, еще впереди вылет в Красноярск. К аэропорту Пулково, города Санкт-Петербурга. Температура в Санкт-Петербурге плюс 3 градуса по Цельсию. Местное время 20 часов 20 минут. Все на месте, да? Али, Владимирович. Все на месте, пойдемте. Это кто не ждал? Осадок кто не ждал? Что, Ахмад, из одного самолета в другой, да? Да, да, да. Учеников забыл, да? Как я могу учеников забыть? Я от тренера тоже что-то не вижу. Расулов самый дисциплинированный, по-моему. Это как магнит с обратной стороны. Дисциплина и он. Пересадка оказалась недолгой. Где-то, наверное, минут 40, и мы уже отправляемся в Красноярск. Анзор, тебя в хвост определили, чтобы самолет легче поднимался. Возможно, а может и нет. С прибытием, Лаши. Выспался, да? Да, сейчас еще последний час два. И вы все сделаем, и завтра, иншаллах, будет. Лестница для ленивых. А? Как будто бы и не было 8 часов полета, да? Да, нормально, все нормально пошло. Минус 17. Не так уж. Прям с самолета приехали на аккредитацию. Проблем нет у вас, я слышал. Ну, сказали, у вас проблем нет, все нормально.
Команда прилетала в Красноярск, мы сразу заселялись в гостиницу, а потом уже ходили за аккредитациями и так далее. Что изменилось в этом году, почему сразу на аккредитацию? Ну, как сказать, да, аккредитация, автобус, во-первых, почему-то решил сюда привезти. Так-то я же ждал гостиницы, чтобы заселить, и потом сюда приехать тоже можно было. Так ничего не поменялось, просто водитель вас сюда привез. И вот так получилось. А так могли сначала заселиться, а потом тоже приехать сюда. А как обычно, первый день что-то такая бывает. Красноярский колледж Олимпийского резерва. Здесь все получают участники аккредитацию. Аккредитацию прошли. Сейчас ждем такси до отеля. И наконец-то ребята лягут отдыхать. Все ребята благополучно заселились, сейчас они отдыхают в своих номерах и готовятся к вечерней предстартовой тренировке. Ну, на этом мы завершаем свой репортаж. Тоже заселяемся.